Уже стал традицией смотр-конкурс школьных музеев. Его проводит Дворец творчества детей и юношества. Это своеобразное интеллектуальное соревнование дает возможность проявить себя юным краеведам. Ведь они демонстрируют свои творческие работы музейщикам, учителям истории, краеведам, уже маститым. Вот о двух таких проектах мы и вспомним прямо сейчас, в нашей истории. Творческая работа Жданы Фоменковой о настоятеле Шемитовского храма отце Германе называлась «Потомкам в пример». Название предложила мама. Вообще мамы в этой истории сыграли важную роль. Хотелось бы про свою семью что-то рассказать, но времени было достаточно мало, а материала нужно собрать очень много. И мы решили с мамой, даже мама подсказала, сказала то, что можно вот написать русский характер про отца Германа, который был настоятелем в нашем храме. Мы сейчас прямо и направо, вот можно мимо дома, смотрите, где не так скользко, потому что кругом лед, чтобы не упасть. Могила сразу за храмом. Вот могила отца Германа. Это же необычный человек, его же хранили не так, как вот все, когда умирает человек. А вот мне вот они рассказывали то, что монахов их хоронят накрытыми. И как то они рассказали то, что чтобы открыть, чтобы с ним попрощаться, кто-то должен сделать 100 поклонов. И вот Самышкина Александра Яковлевна, она сделает 100 поклонов, и вот только после этого им разрешили открыть отца Германа и с ним попрощаться. Много цветов. Отец Герман очень любил цветы. И сейчас тоже здесь цветы. И сейчас здесь цветы. Вот это что за фотография? Вот это фотография, это его духовная семья. А как удалось фотографию вам? У меня со мной в классе учится девочка. Ее бабушка была старостой, прабабушка была старостой при отце Германе. И вот мы ездили на ремаш к ее бабушке, к дочкам этой старосты. И вот удалось. Мама у вас кто? Редактор, помощник. Кто она? Мама, ну как сказать, если можно сказать, режиссер такой главный. Да? Да. Который, ну... помогал. Конечно, я была даже обязана ей помочь в этом. И мы вместе писали эту работу, работали вместе, как-то сближались, познавали что-то, я ее чему-то учила. Во-первых, сразу составили с ней план, обговорили очевидцев. Да, там, конечно, утром не хотелось идти в храм, потому что хочется поспать в воскресенье, да, там нужно ставить службу, все такое прочее, потом бабушек спрашивать. Потом, ну, конечно, подгоняла, потому что напиши одну часть, давай проверим другую часть. Конечно, не хотелось, и хотелось, ну, вот если ребенка не поддерживать, не наставлять, то, конечно, можно и... Мама могла бы и забросить эту работу, как бы так, потому что материала мало, скудный, вот постоянно... Но потом как-то мы все это влились, смирились с этим, и я думаю, что какая-то благодать все равно над нами была, потому что мы эту работу выполнили, завершили, и самое главное, что она ей пошла на пользу, и ей это понравилось, и она вынесла для себя очень хороший урок и сказала, что, мама, я запомню этот период на всю свою жизнь. То есть, понимаете, для меня это было, конечно, ну, чудо, можно так сказать, да? Отец Герман, в миру Андрей Михайлович Красильников, родился в селе Венгерове Новосибирской области в семье крестьянина. В 22 года был пострижен в монахи, пережил ссылку. С 52-го он клирик Московской епархии. С 53-го по 85-й настоятель храма Казанской Божией Матери в Шемитове. И все эти годы, как пишет в своей работе Ждана Фоменкова, Шемитовский храм будет отдушиной для жителей 116 деревень. Дело в том, что отец Герман по профессии, так как выяснилось, учитель биологии. Да, вы что? Да, да. И вот Жданов в своей работе об этой истории пишет, что когда он 22 года заболел, и болезнь, как он считал, смертельной, да, он дает обет Богу, что если он поправится, то он свою жизнь посвятит Богу. И он так он поправился, он выздоровел, и он ушел вот, в мир уже духовный и стал монахом. Это фотография с отцом Германом. Вот это в храме. Вот это
так можно сказать, его духовная семья, все его духовные чада. Так. Где добывали фотографии? Вот это Надежда Анатольевна дала фотографии. Угу. И еще вот отца Мышкиной, угу. От ее дочерей они пошли. Вот здесь у нас службы отца Германа. Вот даже вот здесь можем показать Самышкину. Вот она. Это как раз та старость? Да. Угу. Храм не закрывался никогда. Вот эти двери, они всегда были открыты. В любой день недели. Утром или вечером. То есть на ночь, наверное, он закрывался, я думаю, наверное, он должен закрываться. Но когда бы ты тут не проходил и когда бы ты сюда не приходил, храм всегда работал. Поэтому отец Герман, ну, он все время там читал молитвы, каноны, акафисты, что-то там делал в храме. Вообще он очень трудолюбивый человек, он своими руками очень многое делал. Поскольку время было сложное и запрещено было там, не то что запрещено, а преследовалось, собственно говоря, крестить детей, это надо записывать родителей. Родители потом начинали преследовать на работе. Ну вот он поступал очень смело, он просто закрывал двери храма, и никто не знал, кто кого тут крестил и вообще что происходило. Отец Герман один на один с малышом, с родителями, ну и, может быть, кто-то помогает. Например, мой муж, будучи мальчиком, а бабушки были прихожанками храма, они привозили ему овощи в его доме, где он живет, и везли с такой надеждой, что сейчас отец Герман обязательно их чем-то угостит. Потому что, ну, не может такого не быть. И вот когда отдавали овощи, он ребятишек не отпускал. Открывает комод, там лежит много шоколад, конфет. И обязательно даст по шоколадке, погладит по головке, отпускает. Ну, а еще такие моменты. Ребятишек же очень много раньше в деревнях жили, да, и жили бедно. И отец Герман никогда не отказывал, чтобы дать пятачок на кино. Это все говорили, все знают, все подтверждают. Затем те, кто почаще приходил, бабушки все равно приводили своих детей исповедоваться, причащаться, как-то приглядывал за ними, давал наставления. И вот обязательно отводил в сторону, гладил по головке, говорил какие-то теплые, нежные слова, от которых им становилось просто действительно хорошо. Вот, да, вот они таяли просто как таяли. А потом в будущем те, кто продолжал поддерживать с ним связь, он никого от себя не отодвигал, он писал им письма в армии. И в письмах всегда подписывался Андрей Михайлович Красильников. Это была не просто личность, это даже больше, чем личность. Все-таки личность – это тот, кто ясно видит цель, идет к этой цели, а этот человек просто жил для других людей. Мы находимся в антикварной лавке на Кукуевке. Почему нас сюжет про самых наших юных краеведов привел именно сюда? Ну, как в английских сказках жители холмов говорили, нетрудно ответить, потому что познание старины, познание истории, прикосновение к традициям, как правило, у нас всегда начинается с какой-нибудь старой вещи. Пожалуйста. Вот основной участник этой истории, реликвия моей семьи, вот этот самый интересный петушок. Вот как видите, это очень даже необычный графин. Он сейчас поет. Такое происходит как при налитии воды, так и при ее извлечении. Но, к сожалению, что-то, видимо, со временем в нем уже изменилось. Все-таки вещи со временем портятся. Поэтому он сейчас поет только когда вода начинает литься через край, а не через горлышко. В 2007 году ученица 5-й гимназии Ксения Пучкова выступила на конкурсе школьных музеев со своим краеведческим рефератом про спасительного петушка. Эту историю Ксении рассказала мама. Произошло все во времена Советского Союза, когда правительство объявило рьяную войну с алкоголем. Со всех трибун слышались призывы не употреблять, и тем, кто нарушал такие вот законы, ничего хорошего не сулило. Их могли поместить в позорную стенгазету, могли очень долго бичевать на собрании, и уж, конечно, ни в коем случае не давали всяких там премий.
В коммунальной квартире за праздничным столом собрались гости. Праздновали очередной Первомай. И вот в этот самый петушок была налита водка. Стоял он во главе стола, как положено. Пока все усаживались за празднество, пришли высокие гости с проверкой двери. Запирать было не принято, потому что никого не боялись. Вот они и вошли незамеченно. И дальше снимается сцена. Проверяющий со своей ухмылкой. Ха, попались! Молча подходит, берет этот петушок, наливает в стопку, залпом выпивает. У всех уже испуганные глаза. Перед всеми проносится вот эта вот сцена, бичевание на собрании. Все видят свои позорные, стыдливые лица на стенгазете. А проверяющий с такими же удивленными глазами крякнул и молча ушел. Ну, через какое-то время участники события оправились. Недоумение и удивление превратилось в бурное празднество. А в следующий раз выяснилось, что же на самом деле произошло. Потому что в первую стопку снова была вылита чистая вода. И проникло предположение, что где-то в петушке находятся емкости, в которых иногда забивается вода. Таких замаскированных распития, а тем более я был в то время застал, будучи студентом еще. Вот. И я помню, действительно, там и свадьбы комсомольские, и так далее. И, конечно, все пили. Но пили вот так вот. Как-то все это дело камуфлировали. И вполне могло быть, что с петушком. А вот на моей памяти это очень модно было изделие Нехимаша нашего, незабвенного, из нержавейки, в виде дипломатов, в виде вот книжечек «Война и мир», фляжечка была. Ходишь, подмышечка, томик Толстого. Я, собственно, Советского Союза и не застала, а вольности тут все-таки больше, и хочется все-таки отличаться как-то. Потому что тогда школьники носили одинаковую форму, все было, ну, не то чтобы совсем серое и скучное, но все-таки и была страна, насколько я понимаю, изолирована от влияния окружающей среды. Но зато, с другой стороны, тогда можно было быть уверенным в будущем, не бояться, знать, что всегда у тебя будет работа, всегда можно будет куда-то пойти. И люди, наверное, были добрее, потому что работали не за деньги. Это история о пользе исследовательской творческой работы. И дело не в том, что и Ждана, и Ксения стали победительницами в конкурсе или заработали оценку «отлично». Дело в опыте, который они пережили. Узнать другую эпоху всегда полезно, и даже посмеяться над ней. А уж тем более открыть для себя историю человеческой жизни, когда и нет уже человека давно, а его помнят и любят. Ну еще, конечно, я думаю, что это только начало для Жданы, потому что сейчас она осознала, у нее какая-то эйфория, то, что это и всем понравилось, да, и то, что вот... То, что будет продолжение, уже такое ее осознанное внутреннее, и уже с другой точки зрения, все-таки она повзрослела. Вот, и думаю, что какое-то продолжение будет. Смешная история с петушком произошла в семье прабабушки и прадеда Ксении Пучковой, Лилии Михайловны и Сергея Васильевича. Графин хранит бережно уже другое поколение – и никому в голову не приходит избавиться от устаревшего и морально, и эстетически графина. Ведь это спасительный петушок, а наша история рядом.